Добрый день, уважаемые участники конференции, представляю компанию «Биотех Агро». Значит, мы занимаемся производством микробиологических препаратов для растениеводства и животноводства, в том числе ветпрепараты, находимся в городе Тимошевске, то есть с 2004 года. Ну, это вот примерно наше, наш цех, который все время добавляется, это в начале, так сказать, деятельности. Значит, ну, здесь все о почве, я, допустим, пройти время не буду. Преимущество биопрепаратов тоже, в общем-то, уже сказали и близко знаете. Скажу немного о своих препаратах, которые мы производим. Это препарат есть и на основе гриба триходерма и ассоциативной бактерии Азамонас агирис, азотобактер прооковум, которые активные конкуренты в почве патогенных грибов. Вот. То есть сам триходерма является гиперпаразитой, то есть проникая в гифы, убивает склероцы. То есть он впрямую работает, и он сапрофит, то есть питается только отпрыщенными растительными остатками, тем самым перерабатывая их и как бы доступные вещества для растений. То есть против патогенной микрофлоры. Значит, следующий препарат – это препарат Бриофтин КРС 2G, это 20 КРС-2 выделен из почвы. Это чисто бактериальный препарат, фунгицид, вот, который применяется, так сказать, в разные приемы и обработка почвы. И в основном сейчас у нас это остановлено дальше, выделен как на обработке по вегетации. Я быстренько. Препарат ПСК-3 зарегистрирован как микробиологическое удобрение. Здесь у нас 4 штамма, 3 из них фунгицидных. Это и бацилус, и здесь псевдонада, и здесь триходерма, то есть как бы и 4-й, здесь это инокулян. То есть это великолепный препарат, который ну, в этом составе готовы, допустим, и инокуляция семян сои, к примеру, и защита, фунгицидная защита. То есть в одном, как говорится, флаконе вот такой препарат, который работает в том числе и в почве, и в ориентации, и по семенам. Сейчас у нас... Значит, дальше я остановлюсь, буквально две недели назад прошла регистрация на новый препарат Гельстимфин, где у нас здесь 7 марок, вот здесь 8 разных штаммов, разных композициях и разных типов. То есть здесь и триходерма, здесь и китомиум, лупус, и азоспирилиум, это азотфиксаторы, бацилус субтилис, это фунгицидный препарат, ризобиум, радиоризобиум, это все, и мезоризобиум, это инокулянты, и бацилус пигматериум, это фосфоролитик. Значит, это позволило нам разбить, в общем-то, по применению на семена. Вот есть марки А, это семена зерновой культуры, сеянцы, картофель и так далее. Я триходермовидер и веридий бацилус субтилис здесь вот, как бы, состав. Марки Б, это вот по, в том числе по пожневным остаткам работаем, это триходерма, здесь азоспирилиум и бацилус пигматериум, в отличие от гиастима, где там азомонос и азотобактер. Значит, марка Г, это работает, это инокулянты. Инокулянты на сою, горох, нут, то есть как бы идут они отдельно. Для инокуляции семян, вот, в том числе профилактические. Марка Ж, это чистые ассоциативные микроорганизмы, которые, можно, так сказать, добавляются плюсом и к биологическим препаратам, и к химическим, потому что, ну, основная их часть совместима
с химическими, то есть азотфиксаторы, фосфоролитики и так далее. То есть это вот новый препарат, который позволил нам, ну, вообще спланировать, распределить обработки, скажем, по срокам вегетации, да, по. Значит, препарат инсектим, это инсектицид, биоинсектицид на основе Bacillus thuringiensis. Ну, здесь было сказано, что там до 3 месяцев работает. Ну, не совсем так. Вообще хочу подчеркнуть, что биопрепараты это не стоп-кран. И как бы, ну и еще один момент, который здесь был сказан, что, ну, как бы идет сокращение обработки. В данном случае это не относится к биопрепаратам. Я уже ранее сказал, что не стоп-кран, поэтому в отличие от химического препарата они работают так быстро, как химия. И поэтому, когда у нас идет серьезная ситуация там, с развитием болезни там, или вредителя, то есть очень сильная, то в данном случае биопрепарат будет слабее работать, чем химический, допустим, инсектицид. Поэтому когда мы работаем как бы на опережение, профилактически делаем обработки, это является более эффективным. Значит, регламенты проберения по инсектиму, это по инсектиму. Вот, в свое время мы делали, так сказать, испытание было вот, Александра Владимировича в прогрессе по. Еще препарат Бекол был, сейчас инсетим, то есть по эффективности на сое. Значит, здесь видно как бы эффективность. И видно количество, сколько было клеща, против паутинного клеща. Да? И как бы сколько после обработки и соответственно урожайность. Да? Вот там, где контроль 7,2 центнера, к примеру, или 6,2, а где были обработки, вот они там 20, грубо говоря, почти до 30. То есть вот как бы. Такая разница, это на площади ну, почти 5000 гектаров. То есть в свое время были такие испытания. Значит, дальше я остановлюсь на голосовых. И вот здесь основополагающая, так сказать, задача, проблема, это почва. Да? И здесь выступающие уже говорили о том, что все зависит от почвы. Я лишь подтвержду, что это основное средство производства, если мы будем, ну, будем к нему так же, как в большинстве своем сейчас относимся, то есть мы вносим органику, и этот год, допустим, показал, да, весной, когда, ну, здесь сторожилы, опытные руководители, ну, я, допустим, за свою практику впервые столкнулся, когда в хозяйствах передисковывали зимую пшеницу, там, в апреле месяце, за недостатка влаги, да. Я, допустим, такого никогда не встречал. Вот в этом году мы встретились. Допустим, Успенский район, Краснодарского края, 25 центнеров убирали, там часть передисковали, ну, конкретно, да, то есть реально там и заходишь в поле, и как бы там трещины. Значит, когда мы делаем вот эту обработку, конечно, как Александр Владимирович вносит вот столько навозов, ну, это супер, может быть, и не надо делать вот это все дело. То есть делаем микроанализ почвы, смотрим, что там есть, какие микроорганизмы, сколько там супрессивных, сколько патогенных. На основе этого мы делаем, то есть первостепенная задача у нас вообще оздоровить почву. Не разложить солому. Разложить солому, то есть ну, надо начинать с обработки и как бы с того, что надо точить ножи на комбайне, чтобы измельчить эту солому, чем меньше, тем лучше для всех, и для микроорганизмов, и потом для обработки почвы. Вот. И распределение по полю. Ну, как правило, когда делаем экоанализ почвы, там в большей степени присутствует, конечно, патогенов, фузариозы, патогенов, микрофлора. Поэтому вот такой прием позволяет, и это не быстрый прием, нарастание той же триходермы, оно идет, то есть количеством отношений где-то с 3 лет мы начинаем там только видеть, понимаете? Поэтому говорить о том, что ну мы как бы. Ну и потом это есть штаммы агрессивные триходермы, которые ну, мы не применяем. То есть применяем те, которые полезны в данном случае. Поэтому я хочу сказать, что это вот прием, который
он позволяет нам структурировать почву, да, улучшать плодородие ее. И еще раз повторюсь, что вот эта засуха, то есть усвоение минеральных удобрений, оно снижается. Чем структурнее почва, чем лучше и, так сказать, воздухопроницаемость и сама структура почвы, да, влагопроницаемость, чем лучше, тем и эффективность усвоения удобрений лучше. Спасибо. Чем она жестче, тем она тем хуже. Время. То есть это первостепенно, я вот не мог остановиться на этом, то есть вот такая проблема. Дальше обработка семян, я дальше скажу немножко. Нет, прошу. Мы исчерпали время. Еще 2 минутки. Нет. Значит, на проводке обращение это препарат с кипрополкой БСК-3 и вторая проводка БФТИМ. Ну, во многих хозяйствах работаем, в том числе, вот, если могу сказать, Александр Владимирович, здесь вот в прогрессе уже не один год. Обработка семян, хотелось остановиться, 2 слова скажу, что это вот полный комплект, как говорится, не надо здесь проверять. Единственный момент, который надо здесь учитывать, это обязательно фитоэкспертиза семян, чтобы определить ситуацию по голове. По голове биопрепараты работают, то есть малоэффективны, поэтому в данном случае это надо отслеживать. Все остальные патогенки, она поддается, так сказать, обработке биологическими препаратами. И хочу заострить внимание вот на затратах. В итоге вот этот весь комплект, он стоит 355 рублей на гектар или 1420 рублей на тонну. Чисто химически хочу сказать, что это очень эффективный прием. Очень эффективный прием. Спасибо, Сергей Иванович. Спасибо за внимание, извините. Спасибо. Спасибо, друзья. А мы переходим дальше.